сегодня мы не картошку будем готовить. Точнее, не только картошку. Итак, сегодня мы будем готовить казан-кебаб. Блюдо очень простое в приготовлении. Я его даже в шутку называю блюдо лентяев. Его готовят кто из чего хочет, кто из телятины, кто из говядины, баранины, свинины. Лично я выбрал баранину. Нашу баранину я предварительно замариновал. Для маринада я использовал обычный соль, перец, ну и зиру. Чисто мужское блюдо, без каких-либо дополнительных ингредиентов. Порубил мясо, порубил картошку, пожарил и готово. Первым делом нам надо раскалить растительное масло. Для аромата я еще добавляю чеснок. И также в масло растительное я добавляю сливочное масло. Это грамм 100 нам понадобится. Масло у нас раскалилось, нагрелось, сливочное тоже подтаяло, чеснок уже поджарился как надо. И теперь добавляем картошку. Нам надо ее поджарить, и добавлять мы картошку будем не все сразу, а потихоньку. Потому что если сразу добавить всю картошку, то масло уже потеряет свою температуру, и картошка будет тушиться, а не жариться. Картошка у нас молодая, со своей грядки, поэтому она недолго будет жариться. Картошку нам надо пожарить до золотистой корочки. Ну, у нас сорт картошки такой, что он красного цвета в основном, розового даже. Поэтому золотая корочка у нас заменяется розовой корочкой. Дальше картошка еще будет тушиться, поэтому сейчас просто надо ее снаружи обжарить, чтобы она потом уже не разваливалась у нас. Думаю, уже пора вынимать. Теперь обжариваем мясо в том же масле. Сначала кидаем мясо на кости. Мясо мы по тому же принципу будем кидать по одному куску, чтобы масло у нас не успевало остыть. И чтобы мясо реально жарилось, а не парилось. Все это время мы пока поддерживаем максимальный огонь, который может выдавать наша печка. Ну, покажи печку. Наверное, многие сталкивались, что вот эта данная печка очень неудобная тем, что дым выходит из вот этих отверстий и попадает в глаза. Глаза начинают слезиться, поэтому думаю приварить дверцы. Приварить вот эти отверстия и сделать выхлопную трубу, ну и чтобы можно было тягу регулировать. Печка хорошая, но готовить на ней, если честно, неудобно. Пожарим пока часть, остальную часть на потом, потому что масла у нас не так много, а мясо у нас должно жариться в масле. Баранина у нас молодая, поэтому данный маринад я сделал всего 2 часа назад и уже начал готовить. Можно было и 4-5 часов подержать, но думаю, этого тоже достаточно будет.
Вторая партия мяса у нас уже прожарилась. Еще раз смазываем наш казан. Итак, столько масла нам теперь уже не понадобится, поэтому мы его просто убираем, большую половину. Вот я видел на YouTube, что вот некоторые говорили, что вот это масло можно также использовать. Или то, что оно потом еще пригодится им. Но зря они так советуют, потому что ну, нельзя второй раз масло использовать после того, как ты его один раз накалил. И после того, как это масло у тебя уже остыло, его лучше вылить. Так что, ребята, лучше не экономить и не рисковать. Земля дала, земля забрала. Вот теперь нам надо уже убавить огонь. Немного масла все-таки должно оставаться в казане. И теперь сначала на дно выкладываем картошку. Распределяем его. Надо все равномерно распределить. До этого мы картошку пожарили, мясо пожарили, там влаги уже не осталось. Но картошка внутри еще сырая, ну и мясо тоже не до конца жареное. Надо сделать так, чтобы мясо стало мягче, картошка доготовилась. Поэтому мы залили воду, чтобы от нее уже исходил пар, и чтобы все у нас протомилось. Оставляем минут на 40, на час, будем определять уже готовность визуально, ну и по вкусу. Итак, друзья, у нас прошло 1 час 10 минут. И открываем. Так, вот, все уже готово. Сейчас будем доставать. И по традиции, как всегда, мясо выкладываем посередине. О, картошка прям разбивается. Хорошенько пропеклась уже. Хорошенько прожарилась, кость отделяется вообще без проблем. Очень мягкое мясо. Так, и картошка, как мы видим, внутри все пропеклось. Ничего сырого мы сегодня не оставили. Остался последний штрих.
Вот теперь кушать подано. Попробуем. Отличное блюдо, простой рецепт. Как говорится, для лентяев. Готовьте, кушайте, радуйте своих близких. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Делитесь мнением в комментариях. И обязательно подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие видео. А с вами я прощаюсь. Всем пока, всем приятного аппетита.